В кино приукрашивают действительность, ведь очевидно, что смотреть на голые факты из новостей совсем не то. Оказывается, художественный вымысел иногда просто обычная ложь, но мы сами виноваты, наше простодушие и невежество позволяет им нести любую чушь. Давайте посмотрим на некоторые из самых распространенных заблуждений в мире кино и развеем эти мифы и немножечко улыбнемся. Вы наверняка выживете в любой схватке, бою или войне, если только кто-либо не покажет вам фотографию любимой девушки, ждущей вас дома, если так, то у вас неприятности. Эйфелевая башня видна из любого окна любого парижского здания. Компьютерные пароли легко ломаются, пароль это всегда то, о чем вы подумаете в третью очередь. Когда герой и злодей наконец-то встречаются лицом к лицу, их оружие немедленно теряется, и они начинают по очереди мутузить друг друга кулаками. У всех кроватей специальное одеяло в форме английской буквы L. Оно закрывает женщину по самой подмышке, однако мужчине оно по талию. Услышав телефон, люди обычно бродят по кухне в течение первых двух звонков, но срочно бегут к трубке после третьего сигнала. Когда ты гасишь свет и ложишься спать, в комнате все по-прежнему видно, только в чуть голубоватом свете. Все стрессовые, опасные для жизни ситуации решаются ухмылкой находчивости. Никто, повторяю, никто не использует Microsoft Windows. У всех стоит уникальная операционная система. Все они полны анимированной графикой и ненормально огромными загрузочными барами посередине экрана. Оплачивая такси, нет необходимости заглядывать в бумажник в поисках нужной банкноты. Просто возьмите первую попавшуюся и отдайте водителю. Она всегда окажется именно той, что нужно. Вентиляционная система всех зданий – прекрасное место для того, чтобы спрятаться. Никто и никогда не подумает вас там искать, и вы можете путешествовать по всему зданию, оставаясь незамеченным. Заканчивая телефонный разговор, не обязательно прощаться, пока, до свидания. Однако, если вас неожиданно разъединили, то стоит постучаться по рычагам телефона и много раз выкрикнуть «Алло, алло». Если герой попал в драку, то он однозначно выйдет из нее с маленьким рассечением в правом уголке рта. Он обязательно вытрет кровь обратной стороной ладони и неодобрительно посмотрит. Кто угодно может прекрасно посадить самолет, если им кто-то руководит из диспетчерской. Секс всегда начинается с миссионерской позы и заканчивается позой женщины сверху. Выстрелы в людей, прячущихся за углом, всегда попадают в самый край, и куски стенки разлетаются рядом с лицом прячущегося человека. Во время полицейской слежки действие всегда начинается тогда, когда будет куплен гамбургер, а чашка с обжигающим горячим кофе предусмотрительно займет место на торпеде полицейского автомобиля. Быть детективом в возрасте и пить в одиночестве виски в баре – вот то, что делает тебя неотразимым для женщин. Если положительный герой умер с открытыми глазами, друг сочувственно закроет их. Если же негодяй умер с открытыми глазами, камера задержится на лице до тех пор, пока актеру не придется моргнуть. Любое спортивное состязание будет выиграно полным неудачником на последней секунде. Все телефонные номера, независимо от места, начинаются с трех пятерок. Когда в самолете кончается горючее, обязательно постучите по датчику топлива. Это работает даже на многотонных лайнерах. Алкоголиками бывают только мужчины, но, к счастью, любой алкоголик может внезапно бросить пить в преддверии важного испытания. Более того, как только он бросает пить, к нему возвращаются все его способности и навыки без каких-либо ухудшений. Собаки всегда знают, кто плохой, и лают только на них. Все бомбы имеют провода разных цветов, чтобы герой мог с легкостью определить, какой именно провод нужно резать. Если кто-то сломал тормоза в машине, водитель никогда не использует ручной тормоз или торможение двигателем. Он продолжит мчаться на огромной скорости по городу. Кто угодно, робко взявший любой музыкальный инструмент и скромничающий в своих способностях, играет как профессионал. Если вы решите потанцевать на улице, то все, кого вы встретите, смогут танцевать и знают все движения. В космическом бою орудия могут стрелять только когда цель в поле зрения. Всегда можно найти место для парковки, непосредственно у здания, куда вы, собственно, и направляетесь. Все вещи пуленепробиваемые, машины, столы, тела и так далее.
Все полицейские службы, особенно в Нью-Йорке, имеют нескончаемый запас полицейских машин. У них также самые невезучие и наименее тренированные водители, которые бьются в любых столкновениях, врезаются в припаркованные машины, падают в воду и, конечно же, взлетают в воздух, входят в штопор, приземляются на крыше, ломают мигалки, которые, кстати, издают звук, словно у них садятся батарейки. Телевизионные информационные сводки обычно рассказывают о том, что касается лично вас именно в тот момент, когда вы включаете телевизор. После этого телевизор выключают. Во время полицейского расследования обязательно как минимум один раз зайти в стрип-клуб. Любой замок можно открыть кредиткой или скрепкой за секунды. Единственным исключением является дверь в горящее здание с ребенком внутри. В этом случае дверь ломается ударом плеча. Все бомбы оснащены электронным таймером с большими красными цифрами, чтобы вы всегда знали, когда именно она взорвется. Если вы хотите выдать себя за немецкого офицера, вам не обязательно учить немецкий, просто говорите по-английски с немецким акцентом. Тем более, что когда они одни, все немецкие солдаты говорят друг с другом на английском языке. Один раз нанесенная губная помада никогда не стирается, даже при плавании с аквалангом. Любой офицер полиции, выходящий на пенсию, скорее всего, умрет в последний свой рабочий день, особенно если родные запланировали вечеринку. Ночуя в доме с привидениями, девушка обязательно должна проверить источник странного шума, пока на ней надето самое откровенное белье. Любая покупка в супермаркете включает в себя французский батон и фрукты, упакованные в два больших открытых коричневых бумажных мешка. Не паникуйте, если в драке противник превосходит вас численно. Ваши оппоненты будут терпеливо ждать своей очереди атаковать, угрожающе пританцовывая вокруг. В любой момент включенный микрофон обязательно даст резонанс. Оружие, как одноразовые бритвы. Если у вас кончились патроны, просто бросьте свою пушку, вы всегда найдете другую. У всех одиноких женщин есть кошка. Машина сразу же взорвется от попадания единственной пули в бензобак. Неважно, насколько яростно атакует космический корабль, его внутренняя гравитационная система никогда не ломается. Во время преследования в городе вы обычно сможете раствориться в проходящем мимо параде или карнавале. Один человек, стреляющий в 20 врагов, имеет больше шансов убить их, нежели они его. Главный злодей и его подручные не умеют стрелять, и, встретившись с героем, в панике палят куда угодно. Все англичане плохие, но умные. Правда, недостаточно умные, чтобы просто убить своих оппонентов. Скорее, они придумают и тщательно разработают сложный механизм для убийства с использованием короткого замыкания, блоков, смертельных газов, лазеров, акул-людоедов, ну и так далее. А на этом у меня все. Добавляйте в комментариях ваши версии киномифов. Ставьте лайк, а чтобы подписаться на канал, нажимайте на Бэтмена. С вами был Зомби Чез. Пока.